20 в Питере. Вначале я увидела папу, который на повышенных тонах о чем-то шушукался в своем кабинете с мамой. Такие шорохи какие-то. Я не понимала, о чем, что-то улавливала от себя. А потом они принесли мне газету, какой-то экспресс, ну вот какая-то желтая газета, в которой от моего имени, хотя я вообще, ну какие, я все с охраной, там, не, понимаете, никто рядом вообще не подпускал, даже если мне очень хотелось, где была, ну, на вопрос, кем ты хочешь стать, Ксения Собчак гордо сказала, валютной проституткой. И я так, знаете, а у меня еще такой психология советского ребенка, что где-то, ну, неправы, не могут жениться. Я говорю, папа, ну я клянусь, я это не говорила, вот можешь у моего охранника спросить, там он от меня не отходил. Он говорит, да нет, доченька, я знаю, но вот просто сейчас подать в суд, это такое дело. Ты ж, вот это первое столкновение, моя фотография главная. Наверное, больше всего она не любит фальши в людях, больше всего она не любит, наверное, она это очень чувствует, хотя иногда не показывает это, когда люди ей льстят, пытаются что-то, не то что получить от нее, пытаются каким-то образом надавить на нее. Она очень чувствует давление, она не любит на себя давление, она не любит глупых людей, она не любит непрофессиональных людей. Ксения не любит, когда что-то происходит не так, как она хочет. Возвращается на ринг. Настанет день, когда он вступит в схватку. Рокки Бальбоа в кино с 25 января. Представь, ты узнал потрясающую новость. Скажу по секрету только тебе. Ты еще не знаешь? Слушай. Легко представить. С новой коллекцией женских телефонов Ля Флёр Samsung. Никому ни слова. Мам, по-моему, у меня...